Начиная со вчерашнего дня, по причине аномальной жары, на всей территории Эстонии введен режим повышенной пожароопасности. По сообщению спасательного департамента, длительная жара и засуха, установившиеся в стране, увеличили риски возникновения крупных возгораний. Спасательный департамент, начиная с сегодняшнего дня, провозгласил особо пожароопасное время. Это время, в которое посещение лесов с целью делать гриль или разжигать костры запрещено и даже нельзя в лесу и на природе курить. Наши люди спасательного департамента будут посещать наиболее такие посещаемые для отдыха места, в которых люди разводят костры обычно и жарят шашлыки, и будут контролировать, вести беседу и, конечно же, просить потушить, если такой костер разводится. Если в прошлые годы подобный запрет действовал на территории отдельных регионов страны, то в этом году запрет действует по всей Эстонии. Для злостных нарушителей предусмотрены штрафы, размер которых может доходить до 1200 евро. Спасательный департамент призывает жителей с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и быть бдительными при выезде на природу.